В очередной серии многим полюбившегося украинского сериала «Обручальное кольцо с рубином» нас ждут следующие события. Ольга начинает подозревать, что к Яне частично вернулась память. Денис понимает, что его тянет к Яне и принимает решение положить этому сближению конец. Яна узнает, что Андрей заболел и идет к нему домой. Она замечает, что он скрывает какую-то информацию. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.